Здравствуйте! Наверняка многим из нас для перекуса приходилось покупать пакетик арахиса. Такой маленький пакет арахиса – это сегодня одна из самых популярных закусок в разных странах мира. Наиболее популярен арахис в США, откуда его популярность и традиции распространились по всему миру. Но немногие люди знают, как арахис добирается до торговых полок. На самом деле производство арахиса – это сложный и многоэтапный процесс. В этом участвуют несколько различных компаний. Это целая цепочка. Например, такие компании, как Hubs и Planters, не занимающиеся выращиванием собственного арахиса, просто покупают его у компаний, которые производят его очистку. В свою очередь, эти компании покупают арахис непосредственно у фермеров. Купленный арахис, такие бренды, как Hubs и Planters, готовят и приправляют по своим стандартам, а затем продают населению. Именно так почти весь арахис попадает к потребителю. Некоторые фермеры в Америке и сегодня продолжают выращивать и собирать арахис тем же способом, что существует уже более 100 лет. Они сажают арахис вручную. Часть урожая убирается с помощью трактора, а часть, которая осталась в земле, выкапывается при помощи вил. Именно так убирали арахис испокон веков. С кустов стряхивается земля, и они переворачиваются плодами наружу. Затем в землю забиваются шесты. На них нанизываются кусты арахиса и получаются небольшие стожки. Их оставляют на поле примерно на 6 недель, пока они полностью не высохнут. Затем фермеры при помощи трактора вытаскивают шесты из земли и подготавливают лозу для шелушения – процесса отделения арахиса от лозы. Перед вами машина для шелушения 1920 года выпуска, которую модифицировали, чтобы она соответствовала современному трактору. Удивительно, но она до сих пор работает и все делает качественно. Небольшую охапку лозы загружают в агрегат. Происходит шелушение, пустая лоза поднимается вверх, а арахис падает вниз и проходит через шейкер. Но такое производство арахиса скорее экзотика, чем норма. Для производства арахиса в широких коммерческих целях его сажают и выкапывают акрами. Выращивание арахиса, как и любой культуры, начинается с посадки. Секрет этого орешка спрятан под землей. С ботанической точки зрения арахис не является орехом, а относится к бобовым, таким как горох или фасоль. Когда арахис прорастает в земле, из него формируется растение с многочисленными цветками в пазухах листьев. Большинство фермеров Америки для выращивания арахиса используют современные технологии. Первый шаг, который делают фермеры, это выбор качественных семян арахиса. Это позволит достичь наилучшего результата при сборе урожая. В крупных фермерских хозяйствах имеются специальные лаборатории, которые отбирают и хранят лучшие семена для следующего вегетационного периода. После того, как семена арахиса будут готовы к посадке, фермеры подготавливают арахисовое поле. С помощью тракторов его вспахивают и разрыхляют, чтобы можно было легко сажать семена. Затем фермеры делают вдоль всего поля грядки, что позволит сделать посевную площадь аккуратной и обеспечит хорошую и стабильную циркуляцию воздуха в почве. После окончания вспашки на поля выходят трактора, оборудованные автоматической сеялкой арахиса. За один раз этот агрегат может засевать 12 рядов арахиса. Обычно на 1 гектар уходит от 53 до 64 килограмм семян, в зависимости от их размера, состояния почвы и погодных условий перед посадкой. Уже через 7-8 дней появятся первые ростки арахиса. Обычно это зависит от состояния погоды. В этот период фермеры распыляют гербициды, чтобы уничтожить траву и сорняки, которые могут взойти вместе с бобами. По мере роста растений фермеры окучивают землю вокруг арахиса, чтобы стимулировать его рост и бороться с сорняками. Эти мероприятия длятся в зависимости от потребности и состояния влажности почвы. Арахис обычно цветет 6-8 недель после посева. Он опыляется самоопылением, а вот перекрестное опыление почти отсутствует. Желтые цветки арахиса распускаются ранним утром и вянут в вечерние часы. За сутки арахисовые цветки должны успеть опылиться.
В то время как растения цветут над землей, стручки развиваются внизу. По мере увядания цветов стебель начинает сгибаться вниз, унося с собой стручки. После опыления завязи опускаются вниз и зарываются в землю, где созревают будущие плоды. Отсюда и его название – земляной орех. В среднем период созревания арахиса от посадки до сбора урожая длится от 120 до 160 дней. Первые три недели являются критическими для растения. Дело в том, что если погода слишком жаркая и сухая, то цветы, представляющие собой стручки, потенциально не смогут развиваться в почве. Но если этот период пройден успешно, то в дальнейшем, в период от 45 до 60 дней после посадки, арахис начинает активно расти, и его плоды хорошо развиваются. В это время фермеры активно проводят орошение, удовлетворяя потребности растения. Это сделает растения арахиса зелеными и густыми. Помимо орошения, фермеры с воздуха распыляют фунгициды для борьбы с болезнями, которые поражают растения арахиса. Одно из самых трудных решений, которые должны принять фермеры, это определение времени начала сбора урожая. Ошибка в этом вопросе приведет к тому, что все предыдущие усилия будут потрачены напрасно. Если фермеры начнут собирать урожай слишком рано, то результаты не будут оптимальными, потому что молодые бобы будут иметь морщинистую текстуру с высоким содержанием воды. Если собирать бобы слишком поздно, то это приведет к тому, что появится много очень старых стручков, которые очень хрупкие и легко разрушаются. Это может привести к потерям более чем на 50% по сравнению с оптимальным урожаем. Для решения этой проблемы фермеры используют общий метод анализа поверхности скорлупы. Он поможет определить оптимальное время сбора урожая. Спелость арахиса определяют по нескольким признакам. По цвету – спелые орехи имеют более темный цвет, чем незрелые. По звуку – спелые орехи издают звук при тряске, в то время как незрелые орехи звука не издают. По вкусу – спелые орехи имеют более сладкий вкус, чем незрелые. Вот этот куст арахиса еще до конца не созрел. Но, судя по плодам, урожай будет неплохой. Для нормального роста арахиса требуется температура воздуха от 20 до 27 градусов Цельсия. При температуре ниже 15 градусов или выше 30 градусов развитие растения прекращается. Влажность также должна быть умеренной, что позволит избежать проблем с растительной культурой. После того, как фермеры определят время начала сбора урожая, они будут использовать два типа уборочных машин. Первый агрегат извлекает бобы из земли и укладывает их в валки на поле. Второй агрегат отделяет собранный арахис от корней и помещает бобы в резервуар. Сбор урожая арахиса начинается в сентябре. В этот период, когда на арахисе начинают сохнуть листья и стебли, орехи можно начинать выкапывать и собирать. Первые трактора выходят в поле, и начинается мощная, впечатляющая уборка урожая. Этот процесс выкапывания арахиса из земли просто завораживает. Эти лезвия внизу подрезают корни растения, а транспортер поднимает кусты наверх. Затем кусты переворачиваются и укладываются в валки. Здесь много листьев, и это выглядит потрясающе. Уложенные валки выглядят очень красиво. Теперь эти плоды будут сохнуть на солнце несколько дней. Главное, чтобы не случился дождь, останется только этот арахис собрать. На тракторе установлено GPS-устройство, так как тракторист может легко сбиться с пути. Это случается, когда временно отключают устройство, и тогда орехи могут по-прежнему оставаться в земле. А это означает потерю урожая и прибыли. С поля выкопанный и высушенный арахис забирают компании, купившие орехи для их очистки от скорлупы. Они также выступают в качестве своего рода посредника или дистрибьютора. Для того, чтобы получить орехи, собранные в валки, используется специализированный комбайн. Он имеет особые приспособления для сбора и очистки арахиса от его оболочек. Его внутреннее устройство несколько отличается от большинства других комбайнов.
Подбор волков осуществляется жаткой, которая представлена в виде большого цилиндра с пружинящими зубцами, которые разрывают лозу на части и срезают с них орех. Затем арахис попадает в бункер, а лоза остается на земле. Большая часть стручков арахиса и небольшого количества арахисовой лозы падает через вогнутости на поддон шейкера. Отверстия в перегородке или другом механизме позволяют арахису проваливаться, но задерживают мусор. В бункере молотильный механизм производит обмолот бобов. Стручки арахиса падают на стемерные пилы, которые удаляют стебли. Затем стручки с помощью системы подачи воздуха транспортируются в бункер для хранения и последующей выгрузки. Свежевыкопанный арахис имеет очень высокую влажность и поэтому имеет совершенно другой вкус. Чтобы он приобрел настоящий ореховый вкус, его отправляют на сушку. Но сначала арахис сортируют. На сортировке из доставленной партии удаляют камни, палки и другой растительный мусор. В лаборатории проверяют влажность орехов и убеждаются, что они качественные. В конце проверок составляется ведомость оценок, которая похожа на табель успеваемости и содержит всю информацию об орехе. Процесс оценки очень важен, так как он позволяет определить, сколько денег должна заплатить компания фермерам за купленный урожай. В дальнейшем компании, которые занимаются шелушением, будут продавать разные виды орехов различным брендам. Например, таким как Хабс поставляются только крупные и высококачественные орехи. Но сначала купленный у фермеров арахис направляется на шелушильную фабрику, где из него в последующем изготавливают различные продукты – арахисовое масло, конфеты, а также соленые орешки. Здесь этот арахис обрабатывают с помощью специальных кулинарных машин, называемых шеллерами. Они помогают удалить скорлупу с орехов. Очищенный арахис засыпается в огромные сумки. В одну такую сумку помещается примерно 900 кг орехов. Ее перемещают в цех, чтобы выгрузить сырой арахис в емкость. Из нее орехи поступают в корзины для дальнейшей жарки. Нужно наполнить эти корзины как можно полнее. Сначала производится бланширование, для чего арахис на несколько минут замачивают в горячей воде. Это позволяет придать ему приятную хрустящую текстуру. Орехи слегка просушиваются, прежде чем попадут во фритюрницу. Когда орехи жарятся в масле, они запечатываются внутри. По транспортеру арахис перемещается в бункер. Здесь металлические корзины с орехами помещаются в кипящее масло, где они пробудут несколько минут. Именно эта процедура делает орешки вкусными и хрустящими. Главное здесь поддерживать правильную температуру и соблюдать технологию. Из фритюрницы орехи направляются на сушку, после чего им предстоит пройти зону соления. Поэтому арахис должен иметь плоскую форму, чтобы соль по нему распределялась равномерно. Остатка масла на орешках достаточно для того, чтобы соль надежно прилипала к продукту. Прежде чем орехи попадут в упаковку, они остывают. Сейчас свежеприготовленный арахис будет рассыпан по банкам. Но сначала орехи взвешивают. Оператор линии убеждается, что стрелка весов находится в правильном диапазоне. При необходимости количество продукта или уменьшается, или увеличивается. Сверху на банку наклеивается ключ, который позволит потребителю разрезать фольгу и вскрыть ее. В конце банки упаковываются в коробки. Часть соленого арахиса может покрываться шоколадом и таким образом делая его замечательным кондитерским изделием. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!